М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Привет, я Николя. Авторы сценария Рене Гассини и Жан-Жак Сэмпе. Я почему-то и на урок. Я с друзьями бегу опять. Хочешь с нами? Продюсеры Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексей Сванар, Лилиан Эш, Тапас Шакраварти. Сарниками, ведь я Николя. Обычный мальчик, я не люблю. Композитор Александр Азария. Я Николя. Режиссер Арно Бурон. Привет, я Николя. Телевизор. Не пропустите трансляцию финального матча, который состоится сегодня днем. Обе команды шли к этому долгие годы. По словам тренеров, на поле развернется... Николя, это матч года, и мы его не пропустим. Да! Бабушка, послушаешь с нами трансляцию? Прости, милый, но в это время я уже буду в поезде, который доставит меня к морю. В любом случае, не думаю, что твоя бабушка интересуется футболом. Ошибаешься, дорогой зять. В молодости у меня был роман с вратарем. Отлично! Так держать! Ура! О, нет, только не это, не сегодня. Что происходит, пап? Ничего, в этом и вся проблема. Радио сломалось. Я не успею починить его до начала матча. Есть другой радиоприемник. Нет, тот плохо ловит эту станцию. Так почему бы тебе не купить телевизор? Надо идти в ногу со временем. Да, пап. Вот еще. Покупка телевизора в нашей семье не обсуждается. Мама может нам взять твой, ты все равно уезжаешь. Конечно. Тогда твой муж обязательно захочет купить себе такой же. Ничего подобного. Как раз наоборот. Здорово. Я смогу пригласить друзей на просмотр матча. Но ведь твоему папе еще нужно его забрать, верно? Да. Бабушка живет достаточно далеко. Надеюсь, что он не заблудится. Я не хочу пропустить матч. Я тоже. Приходите ко мне, у меня новый телевизор. Здравствуйте, дети! Итак, все готовы к просмотру? Минутку. Сперва тебе нужно его настроить, а ты не разбираешься в технике. За меня не волнуйся, Блитор, я сам прекрасно справлюсь. Это тот телевизор? Какой маленький экран. Да, придется сесть поближе. А по-моему, в самый раз. Если вы не возражаете, я сяду напротив экрана. Шутишь? Почему ты сядешь напротив экрана? Потому что я самый сильный и бегаю быстрее всех. Это мы еще посмотрим. Дети, осторожней. Молодец, пап, ты спас телевизор. Я же говорил, что ты не силен в технике. О, нет, мои помидоры. Скажи, куда его поставить? Лучше на столик. О, нет, он его не выдержит. Может, на кофейный столик? Нет, только не туда. Мы ведь пьем здесь чай. Прошу быстрее, я не могу держать эту штуку вечно. Поставь вон туда. Только уберу вещи. Дети, пожалуйста, кто-нибудь помогите мне. Николя, ты меня слышишь? Да, но если я встану, мое место займут. Успокойся, никто не займет твое место. Скорее иди сюда, телевизор очень тяжелый.
О, так. Спина. Пап, это нечестно. Ты занял мое место. Вы долго еще будете отдыхать, месье? Матч скоро начнется, а телевизор еще нужно настроить. Да, точно. Хорошо, давайте пока установим антенну на крыше. Вперед, ребята, поищем лестницу. О, вы печете пирог? От тебя ничего не скроешь, верно, но он пока не готов. Можно попробовать кусочек? Потерпи, попробуешь, когда он будет готов. А пока я принесу форму. Ой! О, нет! Нет! Нет, мальчики, еще правее. Осторожно, труба. По-моему, это самое подходящее место. Мы залезем? Нет, вы слишком маленькие. Если продолжишь в том же духе, разрушишь весь дом. Давай я помогу тебе. Нет, спасибо, Блетур, все в порядке. Я и сам могу залезть на собственную крышу. Спина! Хочешь, помогу, пап? Нет, можно я? Я видел, как мой папа это делает, я все знаю. Исключено. Даже не просите, это не обсуждается. Мне поможет месье Блетур. Что? Так нечестно! Ты обратился за помощью к эксперту. Не волнуйся, старина, я справлюсь в два счета. Ладно, только не повреди мою черепицу. Не волнуйся. С тех пор, как я похудел, моей ловкости завидуют даже кошки. Если хочешь знать мое мнение, в ней уже была трещина. Внимание, я спускаю антенный кабель. Держите. Все, держу. Молодец, Николя. Теперь подключи его к телевизору. Эй, не дергайте кабель, антенна упадет. О нет, он слишком короткий. Мы не сможем посмотреть матч. Он начнется с минуты на минуту. Я же говорил, надо было идти ко мне. Тебя никто не заставлял, хвостун. Дети, успокойтесь. Уверена, папа сейчас все исправит. Верно, дорогой? Да, можно поставить телевизор поближе к окну. Вот видите, скоро вы будете смотреть матч и есть вкусный пирог, который я испекла для вас. Вот так. Все готово. Вы уверены, что это безопасно? Конечно. К тому же это только на время. Итак, включаем. Самое время. Приветствую всех поклонников футбола. Мы с нетерпением ждем свистка судьи, после которого начнется матч. Нас ждет незабываемое зрелище. Игроки двух лучших команд... Ничего не видно. Все, да, и совсем не слышно. Блетур, в чем дело? Должна быть неполадки с антенной. Пойду-ка проверю. Надо было поручить это мне, я предлагал. Ну что, так лучше? Так лучше? Тренер решил оставить Васкеса на скамье запасных. Да, намного лучше. Давайте быстрее. Все в порядке, продолжайте. Еще немного.
А так? Ничего не видно! Ничего не видно! Наверное, кабель отсоединился. Кабель отсоединился. Возможно, Николя, проверь. Что? Нет, я снова останусь без места. Проверь ты, Альцест. Твое место никто не займет. Ты сидишь дальше ладно, всех. Ладно, ладно, проверю. Будь осторожен. Провод слишком далеко, я не могу дотянуться. Альцест, не надо. Я попрошу маму Николя. Дорогая, нам нужна помощь. Иду. Пожалуйста, подключи кабель. Хорошо. Моя антенна! Моя машина! Кажется, что-то сгорело. Мой пирог. Побежали. Не хочу пропустить начало матча. Альцест, я оставила для тебя кусочек пирога. Спасибо большое, но я сейчас на диете. Вот радио, пап. Теперь ты послушаешь трансляцию. Если хочешь, можем посмотреть игру у меня дома. Нет, спасибо. Даже слышать больше не хочу о телевизоре. Не расстраивайся, дорогой. Все будет в порядке. Ладно, я пошел. Ребята ждут. Все-таки хорошо, что папа не хочет покупать телевизор. От него столько проблем. Лучше послушать радио. Это что за пирог? Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал», Всемирная сеть.